Фестиваль призван объединить людей и сохранить русские культурные традиции в многонациональной республике. В парке развернута площадка народных подворий «Тува России. Уголок». Татьяна Керимова представляет Кахемский район. Вязаные картины, мягкие игрушки и другие поделки – все своими руками. Последний фестиваль, когда проходил, я была победителем конкурса, ну, по поделкам фестиваля. Я все картины вязаные привозила, у меня они очень большие. У меня портрет девушки большой, где-то 1,50 м, наверное, на метр. Я работаю в Центре детского творчества уже 26 лет, учу детей шить, вязать. Дети у меня сами вот шьют. Очень модная уточка, да, вот дети прямо аж визжат от нее. В рамках фестиваля открыта и ярмарка продажи местных предпринимателей и товаропроизводителей. Мероприятие организовано Центром русской культуры при поддержке Министерства культуры и туризма региона. В фестивале участвуют порядка 100 человек из разных районов. Надежда Миненко приезжает на этот праздник уже третий год подряд. Она медик по профессии, всегда хотела что-то творить и создавать своими руками. Сегодня мастерица представляет авторские куклы. Я в школе занималась швейным делом, у меня были какие-то азы. Вообще я медицинский работник, всю жизнь проработала. Но потребность вот была что-то рисовать с детства, клеить, шить. Я раньше куклы другие шила, лица, допустим, мягкие у меня были, там у меня есть такая кукла. А сейчас я решила вот такую технику попробовать. Все расписываю красками акриловыми. С рисованием еще у меня проблема, потому что я не художник по образованию. И я лица очень... Мне приходится по 3-4 раза лицо перерисовывать. 20 августа во второй день фестиваля пройдут мастер-класс игры на балалайке, конкурс «Живое слово», «Лучшего выявят» и «В народной песне». В этот же день на главной сцене национального парка с участием победителей состоится торжественная церемония закрытия фестиваля. Айрасов, Владимир Суртук, Мирайна Эргит, Тува, 24.